Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и подписчицы и случайные зрители. В этом видео мы поговорим про корм Tetra Cori Shrimp Wafers. Как видите сами, на картинке этого корма нарисованы вот такие вот коридоросы. Именно поэтому корм называется Cori. От названия рыбки коридоросов. Да, дорогие друзья, у меня появились сейчас коридоросы панда. Скоро на них, кстати, будет обзор. И поэтому я решил приобрести этот корм. Но хочу заметить то, что данный корм Tetra Cori Shrimp Wafers, он не только для коридоросов. Он для коридоросов и других донных аквариумных рыб. Давайте вскроем упаковочку и посмотрим, как он выглядит. И я немножко о нем расскажу. И все-таки, почему же в первую очередь он предназначен для коридоросов? Все дело в том, что здесь специальная разработанная формула, которая удовлетворяет пищевые потребности панцирников, именно коридоросов, в первую очередь. А потом все остальное. В качестве питательных веществ здесь, конечно же, очень много всего, и именно поэтому он подходит и другим видам рыбкам. Потому что, в принципе, потребности у них, у донных рыб, очень-очень похожи. Также здесь добавлено омега-3. Здесь есть различные элементы, способствующие здоровому росту организма рыбки. Корм сбалансирован, и вы увидите, сейчас я буду кормить этим кормом рыбок, вы увидите то, что воду он не портит. Рыбки его успевают съесть, едят его очень хорошо, поэтому этот корм мне не нравится. И поэтому в этот раз, покупая донный корм для рыбок, я выбрал именно этого производителя, именно эти. А теперь пойдемте смотреть, как рыбки будут его кушать. На этом видео подошло к концу. Обязательно ставьте пальцы вверх, а я на этом с вами прощаюсь. И всего вам доброго. До новых встреч в новых видео. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал.